Солнечный день на популярном горнолыжном курорте Яхарина в Боснии и Герцеговине. В горячий сезон катанием на лыжах и сноубордах здесь наслаждаются сотни гостей. Но пока одни отдыхают, другие работают в усиленном режиме. Это спасатели. Они следят за безопасностью и готовы прийти на помощь любому, кто окажется в беде. Большую часть времени они в полной экипировке дежурят на трассах. Периодически проводят учения. Вот, например, одно из них. Мужчина играет роль пострадавшего. У него травмирована рука. Спасатели отправляются на место на лыжах, доставляют пострадавшего к машине скорой помощи очень оперативно. Быстрое реагирование – критически важный навык, ведь любому, кто застрял в снегу, грозит переохлаждение. Мира Калем – глава спасательной службы Яхарины. Горская служба спасания Яхарины, невладная, Спасательная служба – неправительственная и некоммерческая организация. Наша работа – спасать людей, которые пострадали или застряли в труднодоступных местах. Команда включает 17 человек, полностью обученных и экипированных для спасательных операций. Всем стандартам за спасательные службы. Калем говорит, что самую большую опасность для лыжников представляют лавины. Их скорость может вырастать до 140 км в час всего за 6 секунд. Разрушительная сила очень большая. Если снег мокрый, то движется медленнее, но он более тяжелый, поэтому пропускает меньше воздуха. Наша работа – как можно быстрее реагировать, если человек оказался под снегом. Мы осматриваем местность и откапываем пострадавшего. Лавины очень опасны. В 99% случаев погребенные под ними люди не выживают. Если человека не удается откопать в первые 18 минут после схода лавины, то шанс умереть составляет 95%. В основном травмы получают на трассах, однако в 10% случаев лыжники попадают под лавины, когда выезжают в опасные зоны. Каждый сезон эта команда оказывает помощь приблизительно 300 отдыхающим.